Давайте мы коротко помолимся перед тем, как принять Слово Божие. Нека на краткую си помолим, преди да слушаме Словото Божие. Аллилуйя, слава Тебе, Всемогущий Бог. Слава на Тебе, Всемогущий Бог. Ты забрал у нас когда-то каменные сердца. Някога си не взял каменните сердца. И вложил в нас плотяные сердца. И си вложил в нас меко сърце. На которых записал свои заповеди. Върху което си написал своите заповеди. Заповеди Нового Завета. Заповедь на Новия Завет. Спасибо Тебе, дорогой Господь. Благодаря Тебе, скъпи татко. За то, что обновил нас. За това, че си ни обновил. И теперь мы новое творение. И вече сме нови творения. Во Христе Иисусе. В Иисус Христос. Древнее все прошло. И всичко старо и минало. Теперь все новое. Сега всичко е ново. Спасибо Тебе за то, что мы уже не живем по плоти. Благодарим, че не живеем според плотта си. Потому что мы не должники плоти. Защото не сме должници на плотта ни. Но мы живем по духу. Обаче живеем според дух. И нам сегодня нет никакого осуждения. И днес нямаме никакво осъждане. И рожденный от Бога не грешит. Но тези, които са родени от Бога, не грешат. Но храни себя. Обаче се пазят. И лукавый не прикасается и к нему. И лукавият няма да го докосне. Спасибо Тебе за это. Благодарим Тебе за това. За то, что омыл нас драгоценной кровью Иисуса Христа. Това, че си ни измил с скъпоценната кръв на Иисус Христос. И если согласны, скажите, пожалуйста. Ако сте согласни, моля, кажете. Аминь. Аминь. Я хочу открыть первое место. Искам да отворя първото място. Оно написано в книге Исход, Ветхий Завет. То се намира в книгата Исход, Стария Завет. 18 глава. 18 глава. Тема моей проповеди сегодня. И тема на моята проповед днес. Устройство живой церкви Иисуса Христа. Е устройството на живата църква на Иисус Христос. Давайте мы вместе откроем. И нека заедно отворим. Я буду читать. На проекторе будет перевод. Аз ще чета, на проектора има превод. Исход 18 глава с 1 стиха. И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев. То есть это был тесть Моисея. То есть твой был тест на Моисея. О всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сипфору, жену Моисееву перед тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герасам, потому что говорил Моисей, я пришелец в земле чужой, а другому имя Илиезер. То есть это были дети Моисея. Вас убили деца на Моисей. Это была дочь Иофора. Това была дочеря Иофора. С именем Сипфора. С имя Сипфора. Жена Моисея. Жената на Моисей. И отец привел свою дочь к Моисею. И баща довел дъщеря си при Моисей. После долгой разлуки. След дълга раздяла. А другому имя Илиезер, потому что говорил он, Бог отца моего, был мне помощником и избал меня от меча фараонова. И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией. И дал знать Моисею, я, тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею. Моисей вышел навстречу тесте своему и поклонился ему, и целовал его. И после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и со всеми египтянами из Израиля, за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь из руки фараона и из руки египтян. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян и из руки фараона. И смотрите, 10 стих. И сказал Иофор, благословен Господь, который избавил вас из руки египтян, из руки фараона, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Иофор, тесть Моисеев, все сожжения и жертвы Богу. И пришел Аарон и все старейшины Израилева есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом. Аллилуйя. И вы знаете, уникальное место на самом деле. Твое уникальное место. Это место из Старого Завета. Место от Стария Завет. Которое является очень четким, ясным таким прообразом новой церкви. Което се явява един много ясен пример, прообраз на новата църква. Нового Завета. На Новия Завет. Как тень будущих благ.
като сянка на бъдещите блага. И мы можем так немножко удивиться. И можем малко да се учудим. Что немножко позже мы прочитаем. Че малко по-късно ще прочитаем. О том, что Моисей принимает совет от неверующего человека. За това, че Моисей приема совет от неверващ човек. От священника Мадиамского. От священника от Мадиамского. Кто-то может сказать о том, что просто какой-то непонятный священник с какой-то языческой страны. Някой може да каже, че е някакъв странен свещеник от някаква езическа страна. Но это не совсем так. Обаче не е съвсем така. Потому что это место, 18 глава книга Исход. Защото това място, 18 глава от книгата Исход. Говорит о том, что Иофор видел дела Господни. Говорит за това, че Иофор е виждал Божиите дела. Он видел чудные дела, как Бог вывел Израиля из Египта. Той виждал чудните дела, как Бог е извел хората от Египет. Через вот эти чудеса и знамения. Через онези чудеса и знамения. Через вот эти 10 казней, которые пришли. Через тези 10 казни, които са дошли. Через Красное море, которое раздвинулось. Через Червеното море, което се разделило. Весь Израиль прошел по дну, как по сухому месту. И целия Израил е минал по дъното, като чрез суха земя. А египтяне на колеснице, которые просто попытались их догнать через это, и но... египтяните, които се опитали да ги стигнат. Море сомкнулось. Обаче морето се соединило. И они все там погибли. И те всички са загинали там. И вот этот человек, Иофор. И този човек, Иофор. Он, конечно, был в таком вот восхищении. Той, разбира се, бил восхитен. И Моисей ему еще говорил о чудных делах Господних. И Моисей ему говорил за чудните дела на Господ. И написано, что сам Иофор, он провозгласил Бога, Богом чудес. И пише, че Иотор, той провозгласил, той нарекал Господ, Господ на чудесата. Не таким Богом, как боги Египта. Не същия Бог, като боговете на Египет. Которыми египтяне превозносились над Израилем. Египтяните се превозносили чрез тези богове над Израил. Иофор провозглашает Бога Израилева Богом богов. Обаче Иотор нарича Бога на Израила Бог на боговете. Знаете, Новый Завет по этому поводу что говорит? Какво ни казва Новия Завет това нещо? Сердцем веруют в праведности. Че чрез сърцето вярват. Сердцем веруют в праведности. Сердцем веруют к праведности. Через сърцето вярват към праведността. А устами исповедуют ко спасению. Пък чрез устата си провозгласяват спасението. Иофор поверил своим сердцем. Иотор повярвал със сърцето си. Вместил Бога Израиля в свое сердце. Сложил е Бога на Израил в своето сърце. И прогласил своими устами. И той налича със устата си. Что Бог Израиля. Че Бог на Израил. Это Бог богов. Това е Бог на боговете. И тем самым он заявил, что я спасенный человек. И через това нещо той заявява, че е спасен човек. С этого момента я являюсь частью Израиля. И от този момент аз се явявам част от Израил. Я хочу и я верю в такого же Бога, как и весь Израиль верит. И аз искам и аз вярвам в онзи Бог, в когото вярва целия Израил. Аминь. Вы со мной? С мен ли сте? И дальше мы продолжаем. И нататък продължаваме. Восемнадцатая глава, книга Исход. Можно будет с 13 стиха. Может, 13 стих. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел Иофор, тесть Моисеев, все, что он делает с народом, и сказал: что это ты такое делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ... А вы знаете, сколько народу было? Знаете ли, сколько народу имало? Более 3 миллионов. Больше 3 миллиона. Ну вот. Я не знаю, что еще добавить, да? Не знаю, как воду добавил. Как можно было удерживать вот такую огромную массу людей? Как би могал да задержать толкова много хора? И уметь их как-то вот судить. И да умеет да ги суди. Потому что он судил. За что-то той ги судил. Он консультировал. Той ги консультировал. Он сразу говорил или научал народ о заповедях. Той веднага ими казвал и учил хората на заповедях. И сказал Моисей тестю своему: народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и сужу между тем и другим, и объявляю им уставу Божий и законы его. Но тесть Моисеев сказал ему: нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобой, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его.
Это просто физически невозможно. Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела Его, научая их уставам Божьим, законам Его, указывая им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри себе из своего народа, из всего народа, людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставь их над ним 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. И письмоводителями для того, чтобы все это документировать. И пусть они судят народ во всякое время, и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами. И будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. И если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестя своего, и сделал все, что он говорит ему, и выбрал Моисей из всего Израиля способных людей, и поставил их начальниками народа, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками и письмоводителями. И судили они народ во всякое время, и о всех важных делах доносили Моисею. А все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Аминь. Невероятно прекрасное место. Твое невероятное место. Знаете, здесь... Писание нам на самом деле раскрывает мудрость Божию. И тут, в сущности, Писание это не раскрыло Божие, это мудрость. Через уверовавшего Иофора. Через поверовали и Иотор. Сердце которого было отдано Богу. Чье-то сердце было отдано на Бог. Вот в таком состоянии познания всемогущего. В твое состояние на познание на всемогущее Бог. Бог через Иофора проговорил Моисею. И Бог через Иотор говорил на Моисея. И Моисей принял эту мудрость. И Моисей принял эту мудрость. Как лично от Бога. Лично от Бога. И это было абсолютно правильно. И твое было абсолютно правильно. Вы знаете, вот сегодня церковь, она церковь, живая церковь Иисуса Христа, она растет невероятными темпами. И днес живота церкви на Иисус Христос тя расте невероятно бързо. Сегодня я читал статистику во всем мире. Днес съм чел статистиката из целия свят. И ближайшие десятилетия. И в близкото десятилетие. Вы можете просмотреть источник. Эта газета, этот источник называется Демоскоп Викли. Можете видеть источник, оказывается, Демоскоп Викли. И он освещает, могу даже сказать, номер этой газеты, номер 587 от 24 февраля. Това е поредица 587 от този вестник. И здесь освещается статистика. И тук се изписва цялата статистика. Как быстро развивается христианство. Колко бързо се развива християнството. И ближайшие десятилетия. И близкото десятилетие. Мощнейшая прогрессия. Най-мощния прогресс. То есть христианство будет просто мега возрастать. Християнството много ще израства. На африканском континенте. Върху африканския континент. На сегодняшний день, в Нигерии. В Нигерии. Нигерия стоит на первом месте. Тя е на первом месте. По количеству христиан. По христианству. Католиков там около 20 миллионов. Има около 20 миллионов католици. Протестантов около 60 миллионов. И протестантите са около 60 миллионов. Самая большая церковь в мире. И най-голямата църква в света. На сегодняшний день. Днес. На сегодняшний день составляет 5 миллионов человек. Составя 5 миллионов человека. Представьте себе, 5 миллионов прихожан. Представьте себе 5 миллионов хора, които идват на церковь. Вот во всей Болгарии сейчас осталось примерно 5 миллионов человек. В целом Болгарии са останали около 5 миллионов человек. Болгары уезжают из Болгарии. Болгарите заминават от Болгария. Это очень печальная картина. Това е много тъжна гледка. А представьте, что в Нигерии. Представьте себе, что в Нигерии. Только в одно воскресенье. Само в одна неделя. За один день. За один день. Проходит более 5 миллионов человек. Минават повече от 5 миллионов человек. Можете себе такое только представить? Може ли да си го представите? Это целая Болгария. Това е цяла Болгария. За один день. За один ден. Все строго, четко и очень так, можно так сказать, ответственно подходят к этому. И всички много строго и отговорно подхождат към този вопрос. И в воскресенье проходит более 5 миллионов христиан. И в неделя минават повече от 5 миллионов христиан. Приводится такая статистика. Конго, африканская страна. Статистиката показва, че в Конго тя е християнска държава. Доля християн в население в процентах? В проценти християнското население 95,7%. Съставя 95,7%. Християн в стране. Християните в държава. Можете себе такое представить? Може ли да си го представите? То есть как минимум из 10 человек 9 христиан в этой стране. То есть като минимум от 10 души
Девятима души со христиане. Скажи аллилуйя. Скажите аллилуйя. Я хочу сказать о том, что если через какое-то время, а это обязательно произойдет, искам докажу, если дня какое время, африканцы начнут отправлять, конечно же, своих миссионеров. Африканцы чисто започнут да испрашат своите миссионеры. То вся земля станет черной. Тогава целата земя ще стане черна. Ну, извиняюсь за выражение, конечно. Извиняемся за израза. А еще чуть позже. И малко по-късно. Земля станет желтой. Земята ще стане жълта. Знаете почему? Знаете ли за что? Потому что Китай. За что-то Китай. На очереди. Следующая наряд. Самая сильная, духовно горящая, огненная страна. Най-силната, духовно запаленната държава. Это Китай на сегодняшний Това день. Това е Китай към днешното време. Вот, несмотря на те страшные гонения. И вопреки всички страшни гонения. Которые там происходят. Които се случват там. Китайская подземная церковь все равно находит силы, возможности собираться вместе. Китайская подземная церковь все пак намира силы да се събира заедно там. Насколько важно общение для христиан. Колко е важно общуването за християните. Я хочу сказать, что мы христиане без общения не можем. Я искам да кажа, че ние християните не можем да без общуване. Мы не можем выжить духовно. Ние не можем да да уцелеем духовно. Я думаю, что сегодняшние катаклизмы, которые сейчас в Болгарии происходят. Я смысле, че тези катаклизми, които се случват сега в България. Они происходят для того, чтобы нам, христианам, осознать. Если случится за това, ние християните да осъзнаем, что общение это важно. Че общуването е важно. Собрание это очень важно. Собранието, събирането е много важно. Важно собираться вместе. Важно друзья. Е да се събираме заедно. Собираться прославлять Бога. Важно е да прославяме Бог. Во время славы и хвалы. По време на славата и хвалата. Всякая пандемия, всякие эти вирусы, они просто сгорают в огне Святого Духа. Всяка пандемия и всички тези заболявания, те изгарят в Святия Дух. Когда мы вместе собираемся, когато се събираме заедно, всегда что-то происходит. Винаги се случва нещо. Во-первых, Иисус приходит. Първо идва Иисус. Скажи аминь. Кажете аминь. Потому что Он обещал. Защото Той е обещал. Там, где двое или трое собраны во имя Мое, че където двама или трима се събират в Моето име, там я име, уже посреди вас. Там вече съм сред вас. Важно быть с Иисусом. Важно е да бъдем с Иисус. И второе, общение. Второто нещо е общуване. Оно приносит всем нам свет. То носи на всички ни светлина. Сам Иисус Христос говорит. И самия Иисус Христос казва. Там, где есть общение. Където има общуване. В общении приходит свет. В общуването идва и светлината. И всякая тьма уходит. И вся цялата тъмнина се заминава. Поэтому очень важно пребывать в общении. И затова е много важно да пребъдваме в общуване. Давайте мы вместе откроем Новый Завет. Нека заедно отворим Новия Завет. Книга Деяний. Книга Деяния. Вторая глава. Вторая глава. 41 стиха. 41 стих. Дух Святой уже излился. Святой Дух вече се излил. И люди начали тысячами приходить к Иисусу Христу. И хората, хиляди хора са започнали да идват при Иисус Христос. И так охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов. Это первое по важности, пребывать в учении. Това е първото по важност, да пребъдваме в учението. Второе, в общении. Второ, в общението. Что очень важно нам, христианам. Което е много важно за нас, за християните. Преломление хлеба и в молитвах. Преломяването на хляба. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день написано. Всеки день пише. Скажи, каждый день. Скажите, всеки день. Вот мы призваны каждый день общаться. Ние сме призвани всеки ден да се общуваме. Каждый день собираться. Всеки ден да се събираме. Вот, не знаю, вы знаете как, вот нас так наставили. Нас така са ни научили. Когда в 90-х годах в России, Белоруссии, Украина, в Казахстане, в Узбекистане и так далее. През 90-те години, когато в Казахстан, Русия, Украина и така нататък. Началось мощное пробуждение. Е започнало много мощно пробуждане. Но мы каждый день собирались. И всеки ден се събирахме. Каждый Божий день. Всеки Божий ден. Имели общение. Ние имахме общение. Пели псалмы. Пяхме псалми. Накрывали столы. Слагахме си да едем. Кто чем богат. Който с каквото е богат. И вот в простоте и веселье преломляли хлеб и общались. И в тази простота и в това веселие си общувахме. И было так хорошо, что нам не хотелось расходиться. И не беше толкова хубаво, че не искахме да си заминаваме.
У нас уже появилось здание. И вече не се появи изграда сега. Я хочу сказать о том, что мы первая церковь для русскоговорящих. Искам да кажа, че ние сме първата църква за рускоговорещи. На территории Болгарии. На територията на България. У которых есть свое здание. Които си имат собствена сграда. И мы можем каждый день собираться. И можем всеки ден да се събираме. Пить чай. Да пием чай. Прославлять нашего Бога. Да прославяме нашия Бог. И общаться. И да се общуваме. Давайте мы вот это оценим. И нека го оценим. Это на самом деле привилегия. Това наистина е привилегия. Я хочу сказать о том, что я верю в то, что церковь для русскоговорящих будет задавать здесь темп. Я вярвам в това, че църквата за рускоговорящи ще задава темпото тук. Потому что, вот, например, в Казахстане зайти попить чаек. Защото, например, в Казахстан да влезеш и да си пиеш чай. Вы знаете, это очень много значит. Значи много. Это значит, ты куда-то приходишь. Това значи, че ти идваш някъде. А там стол просто ломится от еды. Пък там масата направо се огъва от храната. Это называется попить чаек. Това се нарича да пиеш чай. Очень хлебосольные казахи. Казахстанците са много хлебосолни. Да, более точно казахстанцы. Средняя Азия, она вообще очень такая, значит, открытая область. Средняя Азия, като цяло, е доста отворена област. И там живут очень гостеприимные люди. И там живеят доста много гостоприемни хора. Двери просто вот так открыты. Вратите просто са отворени. И любой человек может зайти и принять трапезу. И всеки человек може да влезе и да приеме трапезата. Слава нашему Богу. Слава на нашия Бог. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Конечно, Бог будет прилагать ежедневно спасаемых к церкви, когда церковь каждый день функционирует. Разбира се, Господь ще добавя хора, когато църквата функционира всеки ден. Итак, мы прочитали о том, что нам важно быть пребывать в учении. Ние прочетохме, че е важно да пребъдваме в учение. Потому что мы нашего духовного человека соизмеряем с духовным. Защото нашия духовен човек го съпоставяме с духовным Божьим словом. С духовното Божие слово. Чтобы наш духовный человек окреп. Нашия духовен човек да заздравее. И мы прослушали несколько проповедей на эту тему. И ние чухме няколко проповеди по тази тема. Давайте мы откроем следующее место. И нека отворим следващото място. Якова. Яков. Апостол Иаков, 5 глава. Апостол Яков, 5 глава. Только один 16 стих. Само 16 стих. Признавайтесь друг перед другом. А можно на проекторе высветить? Признавайтесь друг перед другом в проступках ваших. Это основной стих. О чем это говорит? 16 стих. Якова 5 глава, 16 стих. Это говорит о том, что, вы знаете, вот я буду немножко как врач, да, объяснять еще. А еще объясняю малку, като от лекарская сторона също. Тонкости тела Господня. Тонкостите на Господнуто тяло. Оно устроено так же, как и человеческое тело. То е устроено по същия начин, както и човешкото тяло. Между клетками наших, можно так сказать, между клетками нашего тела. И между клетките на нашето тяло. Есть такие поры. Има пори. Через них проходит осмотическая жидкость. Через тях минава осмотическата течност. Более на простом языке телесная жидкость. По-лесно казано телесната течност. И эта жидкость, она питает наши клетки. И тази течност, тя насища нашите клетки. Оно насыщает наши клетки. Тя подхранва нашите клетки. Оно очищает наши клетки. Причиства нашите клетки. Правильно или нет? Така ли е? Если вот этого течения, вот этой телесной жидкости не происходит. И ако това течение на телесната течност не се случва, в теле довольно быстро возникает так называемая интоксикация. В тялото много бързо започва да се развива така наречената интоксикация. Тело самоотравляется. И тялото започва да се самоотравя. И перестает развиваться. И започва да се развива. Поэтому в теле Господне я верю в то, что все работает прекрасно. И затова аз вярвам, че Господното тяло всичко работи прекрасно. Потому что сам Бог следи за этим. Защото самия Бог следи за това нещо. Знаете, следующий пункт я бы так отметил. Я сегодня не все буду говорить. Днес няма да казвам всичко. Потому что эта тема очень обширная. Защото тази тема е доста голяма. Устройство
живого тела Иисуса Христа. Устройството на живото тяло на Иисус Христос. Это не просто устройство тела, но человеческое. Това не е само устройството на човешкото тяло. Здесь срабатывает и сверхъестественные законы. Тук работят и сверхъестественные закони. И вот в теле Господнем очень важное место занимает взаимная поддержка. И в Господното тяло много важное место заема подкрепата. Например, послание к римлянам апостол Павел пишет. Послание к римлянам апостол Павел пишет. 15 глава, 1 стих. 15 глава, 1 стих. Мы сильные, призваны сносить немощи бессильных. Аминь или не аминь? Что это значит? Какво значит това? С одной стороны, те клетки, которые более сильные, от една страна, у нас клетки, които са по-силни, они поддерживают те клетки, которые еще не так окрепли. Те подкрепят клетките, които са все още не толкова силни. Я открою еще одно место, которое написано в первом послании к Коринфянам. Я еще отворю еще одно место, което пишу в послании к Коринфяни. 16 глава. 16 глава. С 10 стиха. От 10 стих. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен. Ну, мы все знаем про юношу Тимофея. Всички знаем за младежа Тимотей. Который в очень раннем возрасте. Който в много ранна възраст. Примерно 15-16 лет. Някъде 15-16 годишен. Стал не просто пастором. Станал не само пастор. Он стал епископом. Станал епископ. Это очень высокое звание. Това е доста висока длъжност. То есть он курировал несколько церквей. И той управлявал няколко църкви. Ходил по ним и проповедовал. Той ги обикалял и проповядвал там. И давал учение Иисус Христа. И давал учението от Иисус Христос. И апостол Павел предупреждал церкви. И апостол Павел предупреждал церквите. Не пренебрегайте юностью этого человека. Не пренебрегвайте младостта на този човек. Потому что представьте, что в нашу церковь пришел мальчик. Защото си представете, че в нашата църква идва момче. 15 лет. На 15 години. И дал мощное учение. И не дава едно мощно учение. Ну, кто-то может немножко усомниться. И някой, разбира се, може да се усъмни. Ну, что может мальчик дать нам? Какво може малко момченце да ни даде? Ну, знаете, Слово Божие говорит. Обаче Божието Слово казва. Что даже старцы. Че даже и старците. Будут научаемы юношами. Ще бъдат научени от младите. Потому что речь идет о сверхъестественной силе Святого Духа. Защото тук става дума за сверхъестествен дух. И о мудрости, которая исходит свыше. И за мудростта, която идва от свише. И эта мудрость, она не зависит от нашей опытности. И тази мудрост не зависи от нашата опитност. Она больше зависит от нашей веры. Зависи от нашата вяра. Вот у Тимофея была такая вера. И Тимотей имал подобна вяра. И это был посвященный служитель. И това е бил посветен служител. С очень раннего возраста он был посвящен Богу. От много ранна възраст бил посветен на Бога. И не только потому, что кто-то его посвятил. И не само защото някой го е посветил. Потому что он сам добровольно посвятил себя на служение Богу. А защото той самия се посвятил доброволно на Бога. 11 стих. 11 стих. «Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями. А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью». И потом апостол Павел пишет про Стефанов дом. И после этого апостол Павел пишет за Стефановия дом. Начаток Ахая. За начаток Ахая. Я как-то это подробно очень давал. Подробно някога съм ви го давал. О том, что это была такая домашняя церковь. Что това была одна домашняя церква. И они, можно так сказать, начали со своей домашней церкви служение в Ахае. И можно сказать, что те започнали домашнее служение. И апостол Павел призывает, почитайте таковых. И апостол Павел казва, почитайте подобные. Понимаете, о чем я сегодня? Разбирате ли, за какво говоря? С одной стороны, более сильные пекутся о более слабых. От една страна, по-силните се грижат за по-слабите. А более слабо призывает почитать. Пък той казва на по-слабите да почитат. Быть открытыми к посвященным служителям. Да будут открыти к посвятените служители. Аллилуйя. Потому что если обличать тех, кто не хочет принимать обличение. Защото ако обличаваме онези, които не искат да приемат обличението. По каким-то причинам. По някакви причини. Потому что считают, что пастор слишком молодой и слишком юный. Защото смятат, че пастора е прекалено млад, например. У него недостаточно опыта. Няма достатъчно опит. То такого человека обличать бесполезно. Тогава няма смисъл да обличаваме подобен човек.
Ну, вы знаете, что Библия говорит про человека, который не принимает обличение? Вообще, как показывает Библия, это за человека, который не принимает обличение то. Это притчах написано о том, что человек, не принимающий обличение, глуп. Пишет притчи, что он, который не принимает обличение, глупов. Ожесточает свое сердце. То есть уже стучало сердце то. И не будет ему исцеления. И няма да има исцеление за него. То есть не принимать обличение – это то есть, с последствиями. Да не принимаем обличение с его последствиями. В то же время, знаете, просто как бы вот так надеяться на то, что недавно Оля написала о том, что, ну, я грешу потихонечку, никто не видит же, я же никому не мешаю. Наскоро Оля писала, что я си греши помалку, бачи никой не вижда. И Оля написала в чате нашем церковном о том, что, ну, кого-то обмануть можно. И Оля в нашей чат пишет, что някого можем да изложим. И когда-то можно обмануть. И някого можем да изложим. Но обманывать всех и постоянно невозможно. Обаче да лыжим всички постоянно невозможно. Я так от себя добавлю, а Бога обмануть вообще нельзя никогда. И от себя еще добавить, что Бог няма изобщо как да го изложим. И Бог со своей стороны просто говорит, что скрывающий свое преступление не будет иметь успеха ни в чем, так написано. И Бог казывает, что он, который си скрива свои преступления, няма да има успех в ничто. Поэтому очень важно принимать обличение. И затова много важно да приемем обличение. Каяться. Да си каем. И оставлять свои преступления. И да оставим преступления-то си. Поэтому мы призваны обличать друг друга. И затова ние сме призвани да обличаваме един друг. Потому что происходит через взаимное обличение? Защото какво се случва, когато се обличаваме? Взаимная коррекция. Случва се взаимна корекция. Мы друг друга очищаем. Причистваме един друг. Исправляем. Исправяме се. Для того, чтобы через нас более свободно проходила сила Святого Духа. За да може через нас да минава по-свободно силата на Святия Дух. Очищать русло своих сердец. Да причиства сердца-то не. И смотрите, как еще написано. Это тоже Ветхий Завет. И что такого в Старый Завет пишет. Если кто-то аку някой увидел ближнего своего, согрешающего, и видел ближнее си да греши, и не обличил его, и не го и обличил, то он становится соучастником в его грехе. Тогава той става соучастником в неговия грех. Так написано? Така пише. Если кто-то, видящий согрешающего, ако някой вижда, как някой греши, обличает ближнего своего и обличава ближнее си в его грехе, в неговия грех, то грех снимается с человека, который обличает, тогава грехът се примахва от човека, който обличава, на того человека, которого обличает, върху човека, когото обличава. И тот человек сам остается со своим грехом. И он за човек сам остава с греховете си. И Бог дальше будет с ним разбираться. И Бог по-нататък ще се разправя с него. Но наша обязанность обличать друг друга. Обаче нашето задължение е да се обличаваме един друг. Если я покрываю чужие грехи, ако аз покривам чуждите грехове, я становлюсь всего лишь соучастником в чужих грехах. Тогава ставам соучастником в чуждите грехове. Молчаливый соучастник чужих грехов. Соучастник на чуждите грехове. Такой же грешник, который грешит. Същия грешник, който греши. Просто в произволе греха. В произвола на греха. И распинает Иисус Христа в своем сердце. И распъва Иисус Христос в своето сърце. Я уже заканчиваю. Я свече приключвам. На сегодня. Я хочу открыть последнее место. Искам да отворя последното място. Которое написано в притчах. То есть, се намира в притчите. 26 глава. 26 глава. 17 стих. 17 стих. Так, 17 стих. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Вы знаете, вот та очередь, которая стояла к Моисею. У нас есть опашка, которая была за Моисей. Это там примерно 3 миллиона 300 тысяч человек. Около 3 миллиона и 300 души. Понятно, что не все там стояли. Разбирался, не всички бяха застанали стояли там. Только те, кто хотели. Бяха застанали там, у нези, които са искали. Те, кто хотели справедливости. У нези, които са искали справедливость. Те хотели Божьего суда. Искали Божия суд. Это какие-то конфликты, какие-то ссоры. Това са някакви конфликти и някакви распри. Кто-то что-то не поделил. Някой нещо не си поделил. Сегодня я скажу вам очень важную истину. Я днес ще кажа една много важна истина. Не вмешивайтесь в те дела, в которые вас не просят вмешиваться. Не се бъркайте в онези дела, когато не ви молят да се бъркате.
Мы помогаем только тем, кто хочет, чтобы им помогли. Ние помагаме само онези, които искат ние да им помагаме. Знаете, есть одна очень мудрая история. Има една много мудра история. Одного очень опытного спасателя. На един много опитен спасител. Который работал на берегу моря. Който е работил на берега на море, на морето. И один раз тонул человек. И веднъж един човек е започнал да потъва. И один человек увидел, что тонет мужчина. Един човек е видял, че мъжът потъва. И он побежал к спасателю. И той утешил при спасателя. Ну, понятно, кому еще бежать. Разбирался, при кого да утидет. И он трясет его, это было в Китае. Това се случило в Китай. Эта история описывается у Watchman Nee. Историята се описва при Watchman Nee. У моего однофамильца, да. Мой еднофамилец. И в Китае китайцы не очень хорошо плавают. И китайцы не плывут много добре. Ну, вот, раньше, по крайней мере, сейчас уже лучше, конечно. Поне преди, сега по-добре. Сейчас они уже олимпийские чемпионы, да? Вече са олимпийские чемпиони. А раньше плавали не очень хорошо. Преди обаче не са плавали много. И он трясет этого спасателя и говорит, ну, прыгай, спасай этого человека. Той започва да трясе този спасатель и казва, отивай да го спасиш. А тот сидит, бинокль смотрит и наблюдает. Пак той се стои и го наблюдава човека. И человек опять подбегает, трясет его, спасай, спасай, ты что? Человек погибнет сейчас, утонет. Другий человек отново идва и започва да го блъска и да казва, спаси го, той ще потъне. Но спасатель все сидит и не торопится никуда. Обаче спасителя си стои и не бърза за нищо. И наконец, когда этот человек начал реально тонуть. Обаче най-накрая, когато този човек наистина започнал да потъва. Он потерял силы, все силы. Той си е загубил силите. И только рука уже начала вот так появляться. И само ръката му започнала да се появява над морето. Спасатель разбежался, прыгнул в воду. Спасителя се хвърлил във водата. Очень быстро доплыл до утопающего. Много бързо истигнал до този човек. Схватил его за волосы. Хванал го за косата. И очень быстро вытащил его на берег. И много бързо го издърпал към брега. Когда он его откачал, привел в сознание. И когато го е върнал в съзнание. И спасенный человек ушел. Спасенный человек се заминал. Тот человек, который трес этого спасателя, подошел к нему. И он за человек, който е досаждал на спасателя, той утешил при него. Говорит, ну почему? И ему и казал, за что? Почему ты сразу не прыгнул и сразу его не спас? За что не веднага си се хвърлил и не си го спасил веднага? И вы знаете, что этот спасатель ответил? Знаете ли, какво му е казал спасателят? Я, говорит, спасатель с хорошим опытом. Той казва, аз съм спасител с много добър опит. Я знаю, что если спасать человека в силе, и знам, че ако спасявам човека, когато е в силе, то он может в меня вцепиться и потащить с собой на дно. Той може да ме хване и да ме дръпне с него към дъното. Я ждал, когда он обессилит. И аз чаках той да стане безсилен. Тогда человека легче спасти. Тогава човека е по-лесно да се спаси. Поэтому Библия говорит. И затова Библията казва. И это написано в пророка Исаия, 61 глава. Пише го в Исаия, что Бог исцеляет сокрушенных сердцем. Че Бог спасява онези, които са съкрушени в сърцето си. И отпускает измученных на свободу. И пуска измучените на свобода. Знаете, я долгое время работал с наркозависимыми и алкозависимыми. Я долгое время работал с нарко и алкозависимыми. И вот приводит ко мне подростка наркомана. И ми водиха един младеж наркоман. Родители. Родители ти му го доведоха. Я вижу, что поведение такое, знаете, ну вот просто вызывающее. Я свидях, что той така се държи предизвикателно. Я говорю родителям. Я сказвам на родителите. Я, конечно, могу помочь. Разбира се, мога да помогна. Но он хочет, вот ваш сын хочет, чтобы ему помогли. Обаче сынът ви дали иска, аз да му помагам. Он хочет отказаться от наркотиков. Той дали иска да откаже наркотиците. Родители отвечают, как правило, ну мы не знаем. И родители най-често отговарят, мы не знаем. Мы хотим. Не искаме. Потому что мы уже устали. Защото вече се изморихме. Он уже начал воровать у нас из дома. Той започнал да краде пари от вкъщи. Уже что-то продал. Вече нещо е продал. Какие-то драгоценные вещи пропали из дома. Някакви скъпоценни неща изчезнаха от вкъщи. Мы от этого устали. И ние се изморихме. Я говорю, ну а он-то хочет. И аз му казвам, той дали иска. Ну давайте у него спросим. Нека го питаме. Спрашиваем подростка. Питаме младежа. Он нас посылает куда-нибудь подальше. Обаче той много грубо не отговаря. Я говорю, ну а что вы хотите от меня? Я ги питам, какво искате от мен? Если подросток не хочет, чтобы его освобождали. Что младежа не иска да бъде освободен. Даже Бог ему не может помочь. Даже Бог не иска да, не може да му помогне. Не сможет. Той няма да може. Потому что это закрытый сосуд. Защото това е затворен съд. И туда не зальешь никакой спасительной благодати. И в него няма да може да се влее спасителна благодат. И я отказывался. Я отказвах. Отказывался от тех людей, которые не хотят. Отказвах на онези хора, които не искат. Семейные конфликты. Семейни конфликти. Смотрите, один из переводов говорит. Един от преводите казва. Человек, вмешивающийся в семейную ссору.
Че човек, който се бърка в семейна разпра. Дергает пса за уши. Все едно дърпа куча за ушите. Вы знаете, если волкодава за уши подергать, что будет? Знаете ли, ако хваните волкодав за ушите, какво ще стане? Я один раз пришел к одному очень богатому бизнесмену. Аз веднъж дойдох при един много богат бизнесмен. Это было, ну так, конечно, это было еще в Казахстане. Това беше в Казахстан. Он говорит, ну заходи вот здесь на диванчике, присаживайся, немножко подожди, я там немножко сейчас по телефону договорю. Той ми казва, ми влизай, настанявайся на дивана, аз сега ще приключа разговора, ще дойда. Ну, он ушел, я сел, ну, сижу, жду, ну, смотрю, обстановка, ну, все шикарно, конечно. То есть, замина, а стоя, углеждам се, всичко е много красиво. И вдруг в комнату забегает бультерьер. И изведнъж в стаята влиза бультерьер. Ну, бультерьер, знаете, ну, это крокодил такой, без хвоста. Знаете ли, това все едно е крокодил без опашка. Этот бультерьер заскакивает на диван рядом со мной. И той се качва на дивана заедно с мен. И берет меня вот так за ухо. И ме хваща за ухото. И держит. И държи. И мы вот так сидим. И ние застанахме така. Я понимаю, что если я дернусь, то я останусь без уха. И аз разбирам, че ако помръдна, ще остана без ухо. Я не знаю, что делать. Не знам какво да правя. Ну понятно, я понял, принял для себя решение, что я просто буду сидеть тихо. И аз приех решението, че просто тихо ще стоя. Закрою глаза. Ще си затворя очите. И даже дышать не буду. И даже няма да дишам. Потому что мое ухо, оно мне как-то еще нужно. Защото ухото... Ухото ми все още ми е нужно. И через 5 минут заходит бизнесмен. И след 5 минути влиза този бизнесмен. И да, кыш отсюда. И той казва, махай си. И собака убежала. И кучето си замина. Я говорю, а что это было вообще? И аз го питах, какво беше това? Говорит, собака подошла и вот так за ухо меня держала. Кучето е дошло и ме е хванало за ухо. А он говорит, это значит, что вы ей понравились. И той казва, ами значит, че той те е харесал. Я говорю ему, ну вы могли меня хотя бы предупредить? И аз му казвам, можехте ли да ме предупредите? Ну, здесь немножко по-другому произошло. То есть не я пытался собаку за ухо подергать. Малко по-друг начин се случи. Не я се опитах да хвана кучето за ушите. Собака меня подергала за ухо. Обаче кучето ми подърпа ушите. И мне это не понравилось. И на мен не ми хареса. Вы знаете, ну я понимаю, что я бы даже не осмелился эту собаку бультерьера дергать за уши. Я с разбирам, че даже не бих се осмелил и това куча да подърпам за ушите. Потому что шутки с такими собаками, ну, вообще неизвестно, чем могут закончиться. Что-то с подобни кучета не се шегува. Ну, как семейный консультант я могу сказать. Обаче, като семейен консультант, аз мога да кажа. У меня был опыт. Че съм имал опит. Когда вмешиваешься в семейный конфликт. Че когато се опитваш да се бъркаш в семейен конфликт. И пытаешься помочь. И се опитваш да помогнеш. И чуть-чуть позже. Малко по-късно. Получаешь от обоих. Ти и двамата ти се хвърлят. И от мужа, и от жены. И жената, и мъжът. Ну, то есть, в конечном итоге ты остаешься виноват. То есть, накрая оставаш виновен. И для себя я сделал такой очень хороший практический вывод. Я за себя си направих един много хубав извод. Я никогда не внедряюсь, не вступаюсь ни в какие конфликты. Аз никога не се бъркам в чужди конфликти. Семейные конфликты. Семейни конфликти. Внутрицерковные конфликты. Вътре църковните конфликти. Конфликты между моими друзьями. Конфликти между моите приятели. До тех пор, докато, пока меня об этом не попросят. Те не ме помолят за това. Пока им не надоест. Докато не им писне. Пока они не будут измучены. Докато не са измучени. Возможно, им еще надо повариться в этой проблеме. Може би все още трябва да се намират в този проблем. Возможно, они от этого еще что-то получают. Може би все още получават нещо от този проблем. Какую-то вторичную выгоду, так называемую. Някаква изгода. Пусть поварятся еще. Нека се поварят в это това нещо. Желание. Това е тяхното желание. Но когда люди обращаются, обаче когато хората се обръщат към мен, мы им помогаем. Ние им помагаме. Я еще раз повторю, что я был одним из лучших наркологов своего города. Че аз съм бил един от най-добрите нарколози в мой град. Очень много, я могу сказать, сотни людей были освобождены от алкогольной зависимости. Аз искам да кажа, че стотици хора са били освободени от алкохолна зависимост. С помощью молитвы. С помощта на молитва. С помощью 12-шаговой программы духовного освобождения от алкогольной наркотической зависимости. С помощта на една специална програма, която стои от 12 стъпки. Эти люди получили стабильное освобождение. Тези хора са получавали стабилно освобождение. Очень длительную ремиссию более 5 лет. И много продолжительная ремиссия около 5 лет. Отслеженную. Дальше я их не наблюдал. 5 години сме ги наблюдавали, по-нататък не сме. Поэтому смотрите, какая картина. И затова вижте каква е гледката. Мы имеем церковь. Ние имаме църква. И вы знаете, Иисус Христос нам показывает четкий и ясный пример. Иисус Христос ни показва един много ясен пример. Вот есть тысячи начальники. Имам хиляди началници. Есть 100 начальники. Има 100 началници. Есть 50 начальники. Има 50 началници. Есть десятники.
има десетници. То есть это примерно 10 человек. То есть вас около 10 души. У Иисуса Христа сколько было учеников? Колку ученицы имел Иисус Христос? Конечно, было и 70 апостолов, и больше. Разбирался, имел и 70 апостолов, и но больше. Но основное свое внимание, бачу основное си внимание, Иисус Христос все-таки уделял 12 апостолам. Иисус Христос насочва ком 12 апостолам. Конечно, были еще верные жены. И разбирался, са имели верные жены. Это и Мария Магдалена. То есть твои собили верные жены на Иисус. И Марфа. Мария Магдалена и Марфа. И Мария Клеопова. Мария Клеопова. И мать Иисуса Христа стала ученицей Иисуса Христа. И мать на Иисус Христос, все что и стала ученица на Иисус Христос. Их тоже нельзя сбрасывать. Все что не можем такие утвердить. Но христианский опыт говорит о том, что это примерно 15-16 человек. Ваши христианские опыт показывает, что вас около 15-16 души. То есть домашняя церковь. То есть домашняя церковь. Это примерно 15-16 человек. Состоит около 15 души. Так построена церковь в Южной Корее. Услышьте, начнется построение церкви в Южной Корее. Миллионные церкви. Миллионные церкви. Одни из самых больших церквей в мире. Одни из наигулемите церкви в света. Находятся на территории Южной Кореи. Все намерят на территории это на Южной Корее. И за одно воскресенье может проходить, ну, например, самая известная церковь, церковь Йонгичо. И в наизвестная церковь Йонгичо. Сейчас там уже поменьше народу. Сега има по-малку народ. Ну, примерно это 700 тысяч. Обаче за една неделя би могло да минат 700 тысяч. 700 хиляди. Каждое воскресенье. Всяка неделя. В зале на 350 тысяч человек. Залата е направена за 50 хиляди човека. 350 тысяч человек. 350 хиляди человек. То есть этот зал, как в виде как большого стадиона. То есть тази зала прилича на един голям стадион. И они все состоят из так называемых домашних ячеек. И те всички се состоят от одни домашние ячейки. Как можно охватить церковь миллион человек? Как можем да ухваним церковь, която состоит от миллион? Одному человеку это невозможно. Един човек няма как да го направи. Целая команда пастырей. Цял екип от пастори. Десятники. Десятники. То есть это пастыря домашних церквей. То есть това са пастори на домашней церкви. Потом сотники. След това сотници. То есть это пастыря церквей, которые примерно на сотню. Пастори на церкви, които са от 100 тима души. И один человек, епископ, ответственный за все эти 100 человек. Човек, епископ, който е отговорен за тези хора. И, наконец, тысячи человек. И най-накрая хиляди човек. Региональный пастор. Регионален пастор. Бог дает нам очень хорошую мудрость. Бог не дава една хубава мудрость. У нас церковь маленькая. Наша церковь малка. Потому что мы русскоговорящие, здесь в основном все странники. Защото ние русскоговорящие, сме чужденцы в основном тук. Слава Богу, что к нам приходят и болгары. И слава на Бога, че идват и българи при нас. Но я верю в то, что в любой церкви, живой церкви, в живой церкви, должно быть одно единое объединяющее дело, трябва да има едно объединяващо дело, которое они призваны совершать. Които трябва да извършват. И это не только миссия, это не только евангелизация. И това не е само миссия или евангелизация. Я знаю, что по истории христианской церкви. А знам, че според историята на християнската църква. Когда церковь находится на апогее своего служения. Когато една църква се намира на върха на своето служение. Она обязательно полезна. Тя, разбира се, е полезна. Она полезна для общества. Тя е полезна за обществото. Люди говорят, ну конечно, это церковь. И хората казват, да, това наистина е църква. Потому что пастор там не просто болтун. Защото пасторът не просто си говори нещо. Говорит. Да си говори нещо. И ничего. И нищо не получаваме. А пастор что-то делает. Пък пасторът прави нещо. Что-то делает полезное. Прави нещо полезно. Организовали целую фабрику швейную. Те са организирали цяла швейна фабрика. Автомобильный концерн. Автомобилен концерн. Я знаю, например, целые компании, которые производят христиане, производят зубную пасту. Аз познавам цяла компания, която от християни, която произвежда паста за зъби. То есть церковь, которая приносит какую-то реальную практическую пользу. То есть церковь, която наистина носи полза. Вот наша церковь, например, мы создаем плацдарм. Наша церковь, например, не создаваме площадку. Площадка. Центр восстановления. Центр за восстановяване. Для детей с детским церебральным параличом. За деца с детской церебральной парализа. Аутизм. Детская эпилепсия. Синдром Дауна. Синдром на Даун. И другие детские заболевания. Для чего это нам надо? За какво ни е нужно? Для того, чтобы общество увидело, что
церковь полезна. За да може обществото да види, че наистина църквата е полезна. Она не просто говорит или пустые слова, пустословие произносит. Не само произнася някакви празни думи. Она что-то производит. Обаче тя произвежда нещо. Она что-то созидает. Тя насърчава нещо. И город, общество, страна в целом получает от церкви большую пользу. И града, обществото като цяло получава от църквата много голяма полза. Церковь зарабатывает деньги. Церквата печели пари. На ту же евангелизацию. За същата евангелизация. Чтобы евангелизация была эффективной. За да може тя да е ефикасна. Нужно высвобождать колоссальные средства. Ние трябва да имаме някакви средства. Потому что мы пока еще живем в этом мире. Защото докато живеем в този свят. В котором за все отвечает серебро. Където за всичко отговаря среброто. И у нас, как у церкви, и ние като църква, должно быть одно общее объединяющее дело. Трябва да имаме едно общо дело. Для чего это? За какво е? Вы знаете, когда мы делаем одно дело, когато ние извършваме нещо заедно, мы по-любому объединяемся. Ние се обединяваме. Мы становимся через какое-то время как одно единое целое. И след някакво време ставаме като едно цяло. Тело входит в хорошую форму. И тялото влиза в една добра форма. Приведу под конец простой пример. Ще ви дам един лесен пример. Я прошел через спецназ. Аз минах през спецназ. Я был командиром отделения. Бях командир на отделението. Что такое взвод спецназначения? Какво значи отдела за спецназначение? В хорошей форме. В добра форма. В полной боевой подготовке. В полна военна подготовка. Я хочу сказать, что это вымуштрованное военное подразделение. Искам да кажа, че това е военно спецразделение. Которую вот так ночью подымешь, което ако вдигнеш през нощта, ей така, и оно готово к боевым действиям. То е готово за военни действия. Нас готовили так, что мы закрытыми глазами. Нас не подготвиха така, че ние със затворени очи собирали, разбирали автоматы Калашникова. Си събирахме и разглобявахме, изглобявахме автомати. Я, например, собирал где-то в пределах полутора минуты. Собирал, разбирал и собирал. Я, например, разглобявах и разглобявах автомат за 1,5 минута. И знаете, когда вот смотришь вот в дуло, вот нарезное вот этого автомата Калашникова. И когато ти гледаш в този автомат вътре в него. А я был сержант и проверял. Аз бях сержант, аз трябваше да ги проверявам. А там солнце аж сверкает. Пък там слънцето направо блести. То есть там все настолько отполировано. То есть всичко е толкова полирано там. Вот Калашников должен быть в такой идеальной форме. Калашников трябва да е в идеална форма. Но в еще более лучшей форме должны быть солдаты. И трябва да солдатите, войниците трябва да са в още по-добра форма. То есть это постоянное учение. Това са постоянни учения. Постоянное стрельбище. Постоянно стрелбище. Постоянные марш-броски. Постоянни хвърления. В полной боевой. В полна экипировка. Экипировка. Когда на тебе 36 килограмм. Когато върху теб има 36 килограмма. А если на тебе оденут еще бронежилеты? Пока ти сложат и жилет. Раньше бронежилеты были, это не то, что сейчас. Приди. Один бронежилет был вот такой, знаете, ну просто толстенный. Там, один жилет был много дебел, много тежек. Ну вы знаете, вот за несколько месяцев обучения в спецназе. Обаче за несколько месяцев обучения в спецназ. Вот эти 30 курсантов. Тези 30 курсанта. Мы стали как одно единое целое. Станахме като едно цяло. Мы чувствовали друг друга. Ние се усещахме един друг. Вот я и про церковь так говорю. Живая церковь Иисус Христа. И църквата е подобна на това нещо. Живата църква на Иисус Христос. Это не та церковь. Това не е онази църква. Вот поверьте мне. Повярвайте ми. Где люди знают друг друга так визуально. Където хората се познават визуално. Некоторых знают даже по имени. Някои даже се познават по име. И это все. И това е. Вот это очень печальная картина. Това е много тъжна гледка. Каждое воскресенье, всяка неделя, просто прийти, просто да дойдешь, сказать здрасте, да кажешь здравейте, как у тебя дела, как си, аллилуйя, слава Богу, аллилуйя, слава на Бога, до свидания, и довиждане, и все, и това е. Вот это вот не церковь. Това не е църква. Вот я возьму на себя такую ответственность, это не церковь. Аз съм отговорен за своите думи, това не е църква. Сегодня я говорю про действующую церковь. Днес аз говоря за действуща църква, которая реально приносит плод. Която наистина носи плод. Плод кому? Плод на кого? Плод Богу. Плод на Бога. И у церкви есть четкое и ясное предназначение. И церквата има едно ясно предназначение. И церковь призвана действовать. Церквата е призвана да действа. Вот сегодня я на этом так приостановлюсь. И тук ще спра. Потому что это очень обширная тема. Защото това е доста голяма тема. На следующее служение буду продолжать. На следующее служение аз ще продължавам. Давайте мы склоним наши сердца. Нека преклоним сърцата си. Дорогой Господь, скъпи Господ,
Мобилизируй нас. Мобилизируй ни. Дай нам войти в соответствие. Помогни да соответстваме. С Церковью Божией. С Божией Церковь. Чтобы нам принести Тебе. За да можем да Ти носим. Плод. Плодове. В 30, 60 и 100 крат. 30, 60 и 100 крата. Плод Святого Духа. Плодовете на Святия Дух. Который есть любовь и радость и мир. Които са любов, радост и мир. Долготерпение, благость и милосердие. Долготерпение, благость и милосердие. И кротость и вера и воздержание. И кроткост, вяра, воздержание. Плод в виде спасенных душ. Плодовете под вид на спасените души. Плод в виде исцеленных душ. Плод под вид на исцеление души. Плод в виде освобожденных людей. Плод като освободени хора. Плод в виде благословенного города. Плод като благословен град. Потому что нам дано такое повеление. Заботьтесь о благосостоянии города. Защото на нас не казано да се грижим за състоянието на града. Мы призваны заботиться о благосостоянии города. Ние сме призвани да се грижим за благосостоянието на града. Не только молиться за город. Не само да се молим за града. Но реально что-то делать для города. Но и наистина да правим нещо за него. Приносить ему какую-то пользу. Да му носим някаква полза. Что-то готовить. Да подготвяме нещо. Что-то производить. Да произвеждаме нещо. Кормить людей. Да храним хората. Одевать. Да ги обличаме. Потому что когда мы кормим одного из малых твоих. Защото когато храним един от малките ти. Так говорит Иисус Христос, наш Господь. Иисус Христос, нашия Господ. Мы кормим Иисуса Христа. Ние храним и самия Иисус Христос. Когда мы оденем хотя бы одного из малых сих. И като обличем поне един от тези хора. Мы одеваем Иисус Христа. Ние обличаме самия Иисус Христос. Когда мы кого-то приютим. И когато приютим някого. И дадим ночлег страннику. И му даваме да се почини. Мы даже не знаем. Ние даже не знаем. Так говорит Писание. Така казва Писанието. Что принимаем ангела. Че приемаме ангел. Господь, расположи наши сердца. Боже, расположи нашите сърца. Исполнять Твои заповеди. Да исполняваме Твоите заповеди. Быть чувствительны к Святому Духу. Да будем чувствительны към Божия Дух. Вот эта пандемия. Тази пандемия. Она всего лишь проверяет нас сегодня. Тя само ни проверява днес. На нашу систему ценностей. На нашата система на ценности. Испугаемся ли мы? Дали ще се оплашим? Останемся ли мы по домам? Дали ще се останем вкъщи? Или поставим на первое место Бога? Или на първо място ще поставим Бог? И будем собираться, несмотря ни на что. И сейчас собираем вопреки всичко. Потому что где-то, за что-то някъде, например, в Китае, например, в Китае, собираются под угрозой тюрьмы. Все собирают под затвор. Оплаха за, за затвор. Собираются под страхом смерти. Собираются под страха за смерть. Собираются тайно. Тайно все собирают. В подвалах. В мазета, в подземельях, в подземелье, там, где холодно, там, где то студено, там, где сыро, там, где то влажно, и где дуют сквозняки, где то има течение, и где нет кондиционера, где то няма климатици, или в Северной Корее, или в Северной Корее, которая сегодня на первом месте по опасности, която днес е на първо място для христиан, за християните, потому что если в Северной Корее у тебя найдут Библию, защото в Северной Корее, ако намерят Библия, на следующий день тебя расстреляют, на следующий день ще те расстрелят. Найти Евангелие в кармане. Да намерят Евангелие в джоба ти. Это смертельный приговор. Това е смъртен приговор. И люди поэтому. И хората за това. Учат Библию наизусть. Изучават Библията наизусть. Каждый кореец. Всеки един кореец. В Северной Корее. В Северной Корее. Знает минимум. Знае минимум. Хотя бы целую книгу. Поне една цяла книга. Целое Евангелие. Цяло Евангелие. Целое послание. Цяло послание. И когда они собираются, и когато се събират, они просто обмениваются. Те просто си разменят. Кто что помнит. Кой каквото помни. Это всегда очень сильное собрание. Това са много силни събрания. Потому что на кону стоит жизнь людей. Защото тук става въпрос за, за живота на хората. Мобилизируй нас. Мобилизирай ни. Потому что мы здесь реально расслабились. Защото наистина се отпуснахме тук. У нас здесь тепло. При нас е топло. У нас здесь есть еда. Имаме си храна. И мы думаем, что у нас все хорошо. И си мислим, че при нас всичко е добре. И мы можем подумать так страшно. И ние можем да си помислим, что Бог нам совсем не нужен. Което е много страшно, че Бог не ни е нужен. И потерять спасение. И да загубим спасението. Вечное спасение. Вечното си спасение. Мы молились на этом месте во имя Иисус Христа. И ние си молихме на това място в името на Иисус Христос. И народ Божий да скажет. И Божий народ нека каже. Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Бъдете благословени. Спасибо, Аня. Аллилуйя. Слава нашему Богу.